смотришь? Я тебя не боюсь, ясно? Хоть я и младше. Никаких признаков дракона поблизости, но он явно здесь был. Да, похоже, дело скверное, но мы должны выяснить, что произошло, и не затаился ли этот дракон где-то поблизости. Дикость, ищите уцелевших. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Нет, назад. Он до сих пор где-то здесь. Он схватил и Тора, когда они бросились бежать. Стражник, что здесь произошло? Где этот дракон? Быстрее! Я не знаю. Храни нас, Кинарет. Вон он возвращается. Вот он! Все в укрытие и не тратьте стрелы попусту! Росток действительно сдох. Отлично стреляете, парни. Что происходит? Он
призывает Туум. Просто не могу поверить. Ты Довокин. В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме еще обитали драконы, драконорожденные убивали их и крали их силу. Это и произошло, не так ли? Тебе удалось поглотить силу дракона? Что ж, теперь ты можешь кричать. Раньше ведь не получалось. Это значит только одно. Ты из драконорожденных. Довокин? Это что еще такое? А ведь точно. Мне дед рассказывал про довокинов. Это те, кто рождается с кровью драконов в жилах. Как сам Тайбер Септим. Что-то не припомню, чтобы Тайбер Септим убивал драконов. Да не было тогда никаких драконов, бестолочь. Они только сейчас появились в первый раз. За целую вечность. Но в древних легендах говорится о довокинах, смертных, которые могли убивать драконов и красть их силу. Наверное, это про тебя. Что скажешь, Арилет? Ты что-то совсем притихла. Давай, Арилет, скажи нам, ты веришь в эти сказки про довокина? Кое-кому лучше бы прикусить язык, вместо того, чтобы трепаться о вещах, в которых вы ничего не смыслите. Перед нами мертвый дракон. Вот это я понимаю. Это значит, что их можно убить. А всякие там легенды о людях-драконах меня не интересуют. Кто-то может убить дракона, и слава богам. Тебе этого не понять, Хускарл. Ты же не Норд. Я объездила весь Тамриэль и видала куда более странные вещи. Советую вам полагаться на собственную силу, а не на сказки и легенды. Это же был самый настоящий крик. Будь я проклят, значит, ты точно Довокин. Это была самая жуткая битва в моей жизни, а я их повидала достаточно. Не знаю, что там с драконорожденными, но я точно рада, что ты с нами. Возвращайся обратно в стран и поскорее. Ярл Балгрук захочет узнать о том, что тут произошло. Рад. Я рад быть твоим братом по оружию, Довокин. Вайтрану нечего бояться, пока ты на нашей стороне. Рад быть твоим по оружию, Довокин. Вайтрану нечего бояться, пока ты на нашей стороне. Мы этому дракону показали, чего стоит Вайтран, верно?
Я прямо за тобой. Показывай дорогу. Уже говорили, сюда нельзя. Разворачивайтесь и идите, откуда пришли. Мы не причиняем никаких хлопот. Мы только хотим найти ее. Ваши дела меня не волнуют. После того, что случилось, радуйтесь, что я вас не... Проваливайте. Мы вернемся. Мы это так не оставим. Эй, ты! Мы кое-кого разыскиваем в Айтране и хорошо заплатим за сведения об этом человеке. Женщину, она не отсюда. Редгардка, как и мы. Она наверняка живет под чужим именем. Мы заплатим за любые сведения о том, как ее найти. Нам не рады в Айтране, так что ищи нас в Рорикстеде, если что-нибудь выяснишь. Мы ищем одну женщину, сбежавшую из Хаммерфелла. Редгардку. Она может скрываться в этом городе. Это не твое дело. Тебе нужно лишь знать, что за эти сведения мы хорошо заплатим. Если тебе не интересно, можешь просто уходить. Она не может скрываться от нас вечно. И так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Но этот Барт хуже всех. Этот Барт Микаэль уже на нож нарывается. Так он меня достал. Я слыхала, как он хвастался в горцующей кобыле, что укротит меня, как истинный норд укрощает всякую дикую тварь. Ха! Если хочешь попробовать, вперед. Думаю, это бесполезно. В его толстый череп мысль не проберется. Ой, и не говори. Ко мне уж половина мужчин Вайтрана сваталась. Кое-кто из них даже был не женат. Если бы они что-то понимали. Букеты цветов и красивые слова не заставят меня передумать. Для меня сейчас самое главное — это моя дочка Мила. И никому не встать между мной и моей девочкой. Свежие фрукты и овощи каждый день. Ну, почти каждый. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе? А, сородич, встреча с братом Босмером греет мне душу. Скажи, чем я могу помочь тебе в твоей охоте? Ха, меня вечно об этом спрашивают. Мы с моим братцем Анариатом придумали его как-то вечером, после обильного возлияния. Мы неплохо так дернули и решили пойти на ночную охоту. В лесу разделились, и мой братец, будучи не в одном глазу, принял меня за оленя. Пустил мне стрелу прямо в... пониже спины, в общем. После столь незабываемого приключения мы поняли, как назовем нашу лавку. Лук и стрелы для умелого охотника.
приятно иметь с тобой дело. Привет. Приобрести припасы для охоты? Клинок и тень, безмолвие и смерть. Вот мое искусство. За скромную сумму я готова поставить свое искусство на службу тебе. Отлично! Вот и ты, наконец! Ярл тебя уже ждет! Ты слышал призыв? Что еще это могло означать? Седобородые. Мы только что тебя вспоминали. Мой брат хочет с тобой поговорить. Так что произошло у башни? Там был дракон? Я знал, что могу рассчитывать на Эрилет. Но я хочу услышать подробности. Драконорожденный? Довокин? Что ты знаешь о драконорожденных? Значит, это правда. Седобородые действительно призывали тебя. Мастера пути голоса. Они живут в уединении на склонах глотки мира. Говорят, что драконорожденные обладают великим даром голоса, способностью направлять жизненную энергию в Туум или Крик. Если ты воистину Довокин, они смогут научить тебя использовать твой дар. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге в Айтран? Это был голос Седобородых, что призывал тебя на высокий Хродгар. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Последний раз призыв получил сам Тайбер Септим, еще в бытность свою Талосом Атморским. Хронгар, успокойся! Какое отношение ваши нордские бредни имеют к современности? Наш друг, конечно, молодец, но он определенно не какой-то там дуракин. Нордские бредни? Ах ты надутый невежа! Да это же наши священные традиции. Мы блюдем их со дня основания Первой Империи. Фу! Сюда! На кого-то Хронгар, не будь так суров, Савиничи. Простите, не хотел никого обидеть. Но что им от него нужно, этим седобородым? Это дело седобородых, не наше. Что бы ни произошло во время убийства дракона, тебе что-то открылось, и седобородые это услышали. Если они считают, что ты Довокин, кто мы такие, чтобы с этим спорить? А ты немедленно отправляйся на высокий Хродгар. Когда седобородые зовут, медлить не принято. Это огромная честь. Знаешь, я тебе завидую. Вновь подняться на 7000 шагов. Однажды я совершил туда паломничество. Высокий Хродгар — очень мирное место. Очень свободное от всех треволнений этого мира. Удивительно, что седобородые вообще замечают, что тут внизу творится. Раньше им до нас дела не было. Неважно. Отправляйся на высокий Хродгар. Узнай, что поведают тебе седобородые. Довокин! Твою помощь не забудет мой город. И не забуду я. По праву Ярла, я нарекаю тебя Таном Вайтрана. Это величайшая честь, которую я могу тебе даровать. Я назначаю Лидию твоим личным хускарлом, а это оружие из моей оружейной будет символом твоего звания. Я также сообщу страже о твоем новом титуле. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из черни, верно? Мы рады видеть тебя среди танов нашего города, Довокин. За работу, Провентус.
Нам надо защищать город. Да, мой господин. Ярл назначил меня твоим хускарлом. Для меня честь служить тебе. Ярл признал, что ты имеешь особую ценность для этого владения. Ты герой. Титул Тана — это почетный дар за твою службу. Если скажешь страже, кем ты являешься, они могут закрыть глаза на некоторые вещи. Я присягаю тебе на верность как своему Тану. Я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни. До встречи. Долгой жизни тебе, Тан. Похоже, что с тобой уже кто-то есть. Что тебе нужно, мой Тан? Рядом всегда веселее. Я лучше пойду. Как же больно. Да благословят тебя боги-целители. Да. Нужно что-то? Да. Как же выносимо. Помогите. Еле выношу. Да. О, жар. Все. А, тебе что-то нужно? Да. Я прямо за тобой. What do you want me to carry? I'll head back home if you need me. Да. Чего ты хочешь? Ну что ж, идем. Как же больно. Я все еще здесь. Ладно, что мне понести?
Ладно, что мне понести? Показывай дорогу. Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем. Приятно вновь с тобой увидеться. Клянусь Исмиром, тебе удалось убить дракона. Стражники болтали, что ты погиб. Но это же... Конечно, это невозможно.
что это ты двоишься? Болеешь или чё? Могу ли я что-то для тебя сделать? Знаешь, белый цвет и прилепим. Я вообще-то обручена. Вот тебе и морозный паук. Так что даже и не думай. Фроднер, никто не поверит, что твоя собака — это морозный паук. А даже если и поверят, то они просто убьют ее. Какой же это розыгрыш? Ах так, что ты тогда предлагаешь? Как насчет салок? Ты водишь. Эй, так нечестно. Хватай ее, пенек. Да хранят тебя боги, да все, что доброму воину нужно. Все еще здесь. Ладно, что мне понести? Веди. Если тебе нужно клинки, шлемы, практически все необходимое.
Смотри-ка, пещера. Кто знает, что там внутри? Я тебя предупреждаю. Уходи. Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут в Виндхельм. Ульфрик Буревестник хочет их видеть.
Храбрости тебе не занимать, раз ты ходишь тут в форме имперского легионера. Что мне понести? Веди. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Кому от этого плохо? Ярл же не может съесть всех оленей вокруг. Thank you.
Седобородые призвали Довокина в высокий Хродгар. Такого не случалось уже сотни лет. Добро пожаловать в таверну Вайлмир. Если тебе что-нибудь нужно, только скажи. Прошу прощения, господин. Не хотите ли послушать мою игру на лютне? Если хочешь послушать музыку, только скажи. Мне всегда хотелось подняться по 7000 ступеней к монастырю. Что угодно, только не тоскливая жизнь в этом городе. Я тебе завидую. Приятной поездки, господин. На твоем месте я бы держался подальше от кургана на востоке. Там я привидение. Этот призрак там, за курганами. Прости, будешь проходить мимо? Заходи пропустить стаканчик. Никогда больше туда не пойду. Да уж, не стоит. Я поклялся оберегать тебя, и я свое слово сдержу. У нас тут проходит немного народу, кроме, конечно, тех, что идут на высокий Хродгар. Седобороды живут уединенно. По-моему, они вообще не выходят из монастыря. Иногда тут проходят пилигримы по пути на вершину, но почти все они возвращаются ни с чем. Да что тут еще говорить? Призраки там. Не суйся туда. Послушай, я тамошних духов своими глазами видел. Один на меня так посмотрел. Глазами достал до самой души. К счастью, они от кургана далеко не отходят. Охраняют его, наверное. Само собой, для моего заведения это сплошной убыток. Кто захочет жить рядом с обиталищем привидений? Если ты можешь чем-нибудь помочь, пожалуйста. Год или два назад тут проходил один тип по имени Винделиус. Сказал, что он охотник за сокровищами. Я ему сказал, чтобы он туда не совался. Вот как тебе говорил. На следующую ночь на кургане были слышны вопли. Ну и все. Больше мы его не видели. Будешь проходить мимо? Заходи пропустить стаканчик. Что-то по твоему виду не скажешь, что ты в паломничестве. И чего это тебя понесло в Айварстед? Климик носит им наверх продукты раз в несколько недель, когда позволяет погода. А в остальном они вроде бы тихие люди. Честно говоря, я мало что про них знаю. Хм, какой скучный разговор. А! Хм, чего тебе? Я думаю, тебе ну... Линли, пожалуйста, обслужи гостя. Сию минуту. Хочешь выпить? Приятной поездки, господин.